Всем привет, мои хорошие! У нас утро и, как всегда, завтрак для малышей. На завтрак опять у нас творог, йогурт и сегодня буду добавлять еще банан. Так, малыши были только что здесь. Куда убежали малыши? Куда убежали малыши? Привет! Мне даешь? Давай. Аслан, наверное, пошел к тете Зуле порядки наводить, да? Аслан! Он здесь. Ну да, тетя Зуля пошел порядки наводить. Тетя Зуля идет гулять, а он порядки наводит там ее. Ты хоть подожди, пока она уйдет, потом наведешь порядки. Я тебе тихо-тихо дверь открою. Ему порядки, он за мной наблюдает. Наблюдаешь, да, ты за тетей? Нет, сейчас он будет тюшки тащить. Ну, лишние они у тебя там, видимо. Да? И еще у нас на завтрак будет вареная тыква. Так, я варила им вчера ночью тыкву, дала обоим попробовать. Они нормально поели. Думаю, что им понравится тыковка. Вот так вот. Вот такой на завтрак. А потом попозже на обед что-нибудь, наверное, или с курочки, или с рыбки приготовлю. Короче, у нас курица и рыба. Я буду думать, что на обед, что на ужин. Вот такие вот у нас дела. Как-нибудь там промежутки сами тоже позавтракаем. Привет-привет все мои хорошие. Мы вышли прогуляться в парк. Фуар-культур-парк у нас есть. Я не раз снимала здесь с детьми. Зашли с одного из входов. Здесь куча входов. Знаете, я здесь давно не была. После приезда в Измир не была точно, но месяцев 5, наверное, меня здесь не было, 4 или 5. Честно, немножко в шоке, потому что вся зеленая зона, парковая зеленая зона, там у входа занята сирийцами. Они там живут. Реально живут они там. Я не поняла, что это такое. Да, кучкуются семьями. Одеяло, одежда, посуда, еда. Честно, в шоке, что это вообще происходит, как это позволено в парке жить. Не знаю. Я осталась в шоке немножко. Пришли сюда прогуляться, чтобы дети подышали свежим воздухом, где Храшка спит. И Асланчик, чтобы побегал по травке, чтобы мог спокойно бегать, чтобы я не боялась, что он упадет или еще что-то. Вот. Но вышли поздно. Как у нас режим, дневной сон, поесть, поспать, пока собирались. Вот, ну ничего, часик-полтора погуляют и хватит. Погода такая хорошая, но не жаркая. Сегодня солнце было, но жары нет сегодня. Конечно же, я вам поснимаю обязательно. Музыка, музыка, не знаю, заблокирует, наверное, на YouTube. Что поделать? Там осталось у нас водоем, у нас там пруд. А, там сегодня концерт, что ли? Оттуда Асланчик танцует. Танцуешь, да, солнышко? Сейчас мы на зелень, на зеленую травку я тебя отпущу, будешь танцевать. Поближе сейчас туда пойдем. Фестиваль какой-то, чего-то там. Конечно же, надпись, что в бассейн нырять запрещено. Здесь всегда высаживают разные-разные цветы. Вот охранник там гоняет вот этих детей. Это, видимо, как раз таки дети эти беженцы. Они везде залезают. Ну, все мы знаем, как себя ведут дети такого возраста.
запах чеснока. А, Зулька в своем репертуаре. Все, ушла. Здесь, в парке, фестиваль танцев, как выяснилось, народных танцев. Очень много танцоров в разных костюмах, разных народностей будут танцевать, скорее всего, сейчас попозже. Это мы удачно забрелись, 15 по 17 число, вот сегодня как раз 17 число. А мамино солнышко? Вихрашка тоже, конечно же, проснулась. Посмотрим. Да. Ей все интересно. Потихоньку подтягивается, подтягивается народ. Привет всем, мои хорошие. Сегодня Зулечка готовила вот такие вот два пирога. Пирог улитка называется. Начинка у нас шпинат, зеленый лук, сыр. Все, по-моему, да? Йогурт. И йогурт турецкий. Это будет очень-очень вкусно. Я люблю этот пирог. У меня на канале есть рецепт этого пирога. Если не забуду, ссылочку оставлю, но я, скорее всего, забуду, как обычно. Все это идет сейчас у нас в духовку. Сверху посыпано это семена черного тмина. Всем привет, мои хорошие! Я сегодня, как порядочная турецкая жена, приготовила чечевичный суп мерджимек чорбасы. Но приготовила его немножко по-другому, не так, как готовлю обычно. Рецепт у меня есть на канале. Если не забуду, ссылочку оставлю. Я, скорее всего, забуду. Сегодня я приготовила его без сальчи. Сальчи — это томатная паста. Без сальчи и без перца. Я не стала добавлять, потому что я хочу дать этот супчик детям тоже. А так все остальные ингредиенты: чечевица, морковь, помидор, лук, один зубчик чеснока. Еще что у меня здесь? Ну и масло. И мята. Все, больше у меня здесь ничего нет, вроде как. Ну, все ингредиенты, кроме перца и
Моя голова. Кроме перца и чего я сказала, и томатной пасты здесь есть, поэтому цвет такой светлый. Детки после прогулки спят. Мы были на детской площадке. Я, дети и тетя. Пришли, поели жареную рыбку с макарошками. Они с удовольствием сегодня поели рыбу. У нас рыба, знаете, идет через раз. То они ее едят хорошо, то не очень им нравится. А, кстати, я не помню, у меня просили сколько раз выложить, показать, точнее, как я завариваю этот чай, тминный чай. Сейчас я покажу. Я вроде несколько раз снимала видео, но, по-моему, оно случайно у меня удалилось с телефонов. В моих телефонах же сейчас дети главные, они у меня контролируют, что должно быть, где должно быть. Особенно Аслан везде лазит. Так, я беру вот такую вот кружку. Достаю. Вот у меня есть вот пакетик тмин. И есть еще с прошлого моего приезда. Баночки тоже. Он одинаковый. Что в пакете, что в баночке. Сейчас открою баночку. Так. Вот так выглядят эти семена. Это семена именно тмина. Горский тмин он у нас называется. Вот, вот, вот. Муж сказал, что в Турции есть эти семена тмина. Кимьон тогуму. Но я не видела. То, что не видела, не могу сказать. Вот буквально пару турецких ложек. Можно больше, можно меньше. Заливаю кипятком и оставляю настаиваться. И все, вот и мой весь чай. Добавляю сахар. Ну, или со сладостями пью. Я люблю сам аромат этого чая. Он мне напоминает детство мое. Вкус детства. Поэтому... Наверное, у меня сохранилась такая любовь к этому чаю. Ну и полезно. Я несколько раз уже снимала это видео. Я не знаю, если в каком-то из моих предыдущих видео было, прошу прощения, что продублировала. Всем пока-пока.